Цубаса, Резуар, Кроникл, главы 106-107. Кто сейчас отражается в моих глазах? Жестокий правитель или нежно любимый ты? Ладно. Это же вроде отсылка к Чобитам, да? Шуран! Я в порядке, книги! Они, наверное, защищены, было бы логично. Типа, хранитель не может навредить книгам, я думаю. Эти книги вовсе не думают гореть. Ведь сторожевые псы созданы специально, чтобы охранять книги. Магия, которую они используют для атаки, ну, а книги совсем не действуют. Логично. Отлично. Шуран и правда очень любит книги. Значит, он вышел, да, быстро. Мелкая, можешь достать мне меч? Дать мне меч? Нет, не выходит. Фу, надо же, их магия против оружия действует. Эй, пацан, бей по лапам. Ага. Не ерунда. Похитители книг воспоминаний пытаются скрыться, повторяю, пытаются скрыться. Задержать, не выпускать их наружу. Почему-то я так стал говорить робоголосом, но это был просто человек. Наверное, потому что я увидел бип-бип. Вот выход. Дорога превратилась в море? Придется нырять. Не советую. Растворилась. Ну, здесь тоже все охраняется магией. Хи-хи. Он делает реально фью. Что-то хочет сделать. Сделай что-нибудь полезное. Он и гай. Бария. Макона, перемещай нас. Но как же... Теперь, когда мы внутри, все в порядке. Магический круг, получилось! Mm-hmm. Словно свет и тьма, словно правда и ложь, когда пути этих двоих пересекаются... Лол, Сакура странно выглядит с таким нарядом. Принцесса! Она просто спит. Уф, сумели таки кое-как удрать. Но, Фай, мы-то думали, ты не используешь магию. Вообще-то эта магия отличается от той, что я использовал ранее. Сейчас это был звук, но прежде я использовал магию совсем другого рода. Звук? Магия, она есть магия. Как сказать? Простите, мне стоило получше подумать о том, как скрыться из библиотеки. Шаран-кун, ты и так постарался на славу и сумел вернуть перо? Я помню, как этот пес меня отшвырнул, но больше я ничего не помню. Когда я пришел в себя, то услышал звук сирены, а Сакура и все остальные снова были рядом. Хотя бы он понял, что есть какие-то странности. Еще мои ноги. Такое чувство, словно я с кем-то дрался. Что с тобой случилось? Тебе больно? Все нормально. Что один, что другой. Типа тайны. Так, что у нас на этот раз? Оу. Мир явно не такой дружелюбный, да? Он пробудился. Пробудился, значит. А, вспомнил. Окей, ладно, неважно. Что ж, посмотрим, кому это окажется больше всего на руку. Стоп, это ни разу не твой злобный план?
Стоп, серьезно, я думал, это его злобный план какой-то. Он говорит, как будто он не очень это контролирует. Только посмотрите, как будто она его невеста. Чё? Если все время нести сокровища на плече, кровь будет приливать ей к голове. Ага. Не очень понял. Ладно. Что у них тут случилось? Здесь одни только разрушенные здания. Хорошо бы найти такое место, где можно полечить Шаоранкуна. В чем дело? Обломки зданий на конце закругленные. И что это значит? Это бывает от выветрения. Но неужели они стали такими только из-за ветра? А, перекинув через плечо. В этом смысле на плече. Просто обычно, когда говорят пронести человека, я представляю, ну, на закорках, да, то есть на спине, и голова у тебя тоже на плече, да, вот так вот, подбородком. Я поэтому думала, в таком положении, типа, какие проблемы, но я понял, через плечо. Так бы и написали, блин, через плечо. Ай, мне больно, мне больно. Что такое? Радиоактивный дождь. Мы попали в Fallout. Так, ну мы закончили довольно просто книгу магии, блин, арку магии магической страны. И Файн наконец-таки что-то сделал полезное, но особо не хочет, видимо, пояснять то, что он сделал, почему он это сделал, и почему он этим не занимался раньше особо. Но, по крайней мере, мы, может быть, чуть поближе к этому теперь. И что-то тут у нас с Шаураном непонятное. Видимо, не очень контролируемое. Ну, время новой арки. А, конец записи.